Ну что, красавица, решайся, 100 рублей скину. 100 рублей всего? Да мне и 1000 мало, тоже мне 100 рублей. Да ты посмотри, красота какая, ты подойди поближе, посмотри повнимательнее, а? Каждый ковер как шедевр, это ж Третьяковская галерея. На рынке больше таких ни у кого нету. Смотри, узелки какие, ручная работа, почти. Дорого. Ну, 1000 сброшу. Другой раз. В какой другой раз? Какой другой раз? Ничего не останется больше. Ну, покупатель пошел. Ни стыда, ни совести. Лучше посетителям столько внимания уделяла, сколько своей физиономии. Завидуешь? Ну ты-то сколько в зеркало не смотри, все равно лучше не станешь. Девочки, вашу мать! Вы сегодня работать будете? Или, может быть, мне выйти в зал заказы принимать? Андрей Иванович, отпусти меня сегодня пораньше, а? Обнаглела. А кто за тебя работать будет, пока ты по мужикам таскаешься, а? Ну, с чего вы взяли, что я по мужикам, ну? А что? У меня вообще-то у мамы сегодня годовщина смерти. И мы с сестрами каждый год в этот день поминки устраиваем. Ну, так бы сразу и сказала, чё ж. Спасибо. Да, Вик, ты чего хотела? Ну, извините, давно не Кулема. А я в парке. Я книжку читаю. И ничего, и не Кулема. Давай немедленно дуй домой. Время видела сколько? Ой, мамочки. Вик, да, я... Быстрее, ловко тебя прибьет, если опоздаешь. Да, хорошо, я бегу. Шой, подожди. А? Еще идем для пути. Купи черного без косточек. Без косточек, да. Запомнила? Хорошо, не забуду. Я же просила черный изюм купить, черный. Ну, говорю ж, Кулема. Ну, долго вы там еще? Сейчас. Хоть я где? Давай, нарезки неси. Я же просила черный купить. Томочка, черный был порченый, к тому же дороже. А помнишь, как ты нас с таким же изюмом на морозе кормила? Когда Сонькин отец приезжал, ага, к матери. Да, нагулялись мы тогда на морозе. Я потом целый месяц с воспалением легких лежала. А я помню. Я тогда домой еще просилась очень. А ты говорил, нельзя.
А почему не говорила? Ну, сейчас ты хоть поняла? Слушайте, а помните, мы в игру тогда играли, ну, желание еще загадывали? Про царицу-то? Да. Помню. А я тогда специально для вас эту игру и придумала. Надо же было вас как-то отвлекать. Ты еще говорила, что главное правильно желание загадать, тогда оно обязательно исполнится. Да-да, говорила, я тоже помню. Кабы я была царица. Ну, царство небесное. Ой. А чем вы хоть за желание тогда загадали, когда в царицу играли? Лично я свое желание очень хорошо помню. Богатыря хотела родить. И сейчас хочу, чтоб мужик богатый попался. Толку с этих богатых? У них в голове одни причуды. Ой, да что мне его причуды? Вот рожу ему сына, наследника, и будет меня на руках до самой смерти носить. А я загадала, чтоб у меня дом был свой, чтоб хозяйкой в нем жить, а не с вами нахлебницами. Это я нахлебница? А то, что я тебе зарплату отдаю, жрать готовлю, убираюсь. А я что, по-твоему, отдыхаю все время, да? А я вот совсем не помню, что за желание тогда загадала. Да ерунду какую-нибудь романтическую. Ты у нас с детства со странностями была. Про принца она загадала. Чтоб большой и сильный. И чтоб полюбил тебя с первого взгляда и навсегда. Вот так. Да, эти принцы, они только в книжках и бывают. Кстати, о книжках. Я тут надумала продать кое-что. Томочка, не надо, пожалуйста. Том, я работать пойду. Я вот сейчас институт закончу, я работать пойду, Том, правда. Давно пора. А то привыкла на халяву. Вчера вон под книжку не заметила, как полкило конфет умяла. Нормально, да? А я эти конфеты на месяц растянуть хотела. Да куплю я тебе конфет. Что ты для нее конфет пожалела? Пожалела. Потому что если мы живем все вместе, должны и хозяйство вместе вести. А то одна не работает, доест, а вторая работает, да крысятничает. Я? А кто? Это я крысятничаю? А то, что я тебе зарплату почти всю свою отдаю, это как? Вот именно, что почти. Том. А чаевые? Что чаевые? А ты думаешь, я не знаю, сколько вы там гребете? Ненавижу тебя. Хлебом она меня попрекает. А то, что мы все в этой квартире живем, и все здесь прописаны. А то, что на эту квартиру я тоже зарабатываю. Не надо, Вик. Тамара просто сказала так. Она нас любит. Да дура ты, Сонька. Любит она. Она себя любит и мечту свою. Вбила себе в голову, что выживет нас, а мы страдаем. Знаешь, как у нас девчонки в кафе одеваются? Тома, она не специально. Она хорошая. У нее просто характер испортился. Так у меня бы тоже испортился, если бы я после смерти мамы на себе двух малолетних сестер тащила. Ну что ты заладила-то? Характер хорошая. Мне 23 года, понимаешь, ты 23! А у меня еще даже отношений нормальных ни разу не было. Но ведь Тамара, ты тут ни при чем. При чем? Все при чем? На себя посмотри! В чем ты ходишь? Посмотри! Старухи и те лучше одеваются. А я жить хочу, жить! А не копить на черный день. Ну так и Тома хочет. Вик, надо просто подождать немножко, пока... Пока что? Пока рак на горе не свистнет.
Или пока я такая же старая, никому не нужная, как твоя Тамара, стану. Нет. Не дождетесь. Вик, ну ты куда? Том! А то. Ну ты не обижайся на нее. Ну, на Вику. Она расстроилась просто очень. Ну, Том. Ну, не плачь. Папка мой. Если б не Викин отец, мой папа бы никогда маму не бросил. Жили бы мы долго и счастливо. Том. Ну зачем ты так? Вика, она ж не виновата, что папа маму бросил. Не виновата. Ты тоже не виновата. Никто не виноват. Твой папа, кстати, тоже мамы долго не задержался. А мама, она вот всегда мужиков приваживала, а удержать не могла. Ой, а мужики-то к ней толпами слетались. Прям как мухи на мёд. Ты тоже, кстати, на мать похожа. Такая же непутевая. Том, ну ты чего? А чего? Ты мне еще рот будешь затыкать? Или вон как Вика из дома убежишь? Уже и правды нельзя сказать. Том, ты, конечно, не сердись. Но мама, она хорошая. Хорошая? Много ты знаешь про мать-то? Тебе сколько лет было, когда она померла? Была бы хорошая, не бросила бы вас на меня. 15 лет с вами вожусь. Томочка. Всю молодость на вас угробила. Том, мы тебя очень любим, слышишь? Ты очень хороший, Том. Ты иди с любовью своей, малохольная ты. Ну, Том. Что мне Том, как любви твоей? Тебе 21 год уже, а тебя одну нельзя оставить на 2 часа. Да ты вообще к жизни не приспособлена. Ты посмотри на себя. Вика хоть замуж выйдет не сегодня, а завтра. А ты так и будешь всю жизнь на моей шее сидеть. Иди уже спать ложись. Средняя полка моя, так ей передай. И пусть только попробует что-нибудь отсюда взять. Вик, ну зачем ты так? На меня больше просроченное дерьмо жрать не заставит. Все, хватит. Есть хочешь? Бутерброд с икрой, а? Да не бойся, ничего она тебе не сделает. Я на свои деньги все купила. Что, и ты против меня, да? Ну, что ты такое говоришь? Вам обязательно нужно помириться с Тамарой. Угу. Сейчас. Ну, а что-то вчера не приходила. Думала, старая не замечу. Вчера у меня дежурство в больнице было, Варвара Михайловна. Ну, могла бы после прийти. У тебя же смена до 5. А после мы с сестрами годовщину смерти мамы отмечали. Ну, каждый год отмечали, я же вас предупреждала. Ну, ничего не знаю. Ну, Варвара Михайловна, я же вам говорила, ну как же. Ты что, злишь меня, что ли, нарочно? Хочешь, чтобы я тебя выгнала, и тебе бы обломился лишний выходной? Варвара Михайловна, вы идите к себе в комнату. Я здесь сейчас домой приду, вам укольчик сделаю. Не нужны мне твои уколы. У меня вся задница в синяках от твоих этих уколов. У тебя рука тяжелая. Ну, это же витаминчики, они всегда болючие.
Да он лучше вон там вот вытри в углу. Да я только что там мыла. Ничего. Второй раз протри, не переловишься. Здравствуйте. Сразу будете заказывать? Да, сейчас, подождите. Ну, что ты несешь? Ну, не было такого! О, Господи, ну вот только ревности мне еще не хватало, а? Не было такого! Выбрали? Сейчас, сейчас. Девушка. Я клянусь тебе, между нами ничего не было и быть не могло. Что? Да эта девушка здесь, официантка в ресторане. Официантка, говорю, в ресторане! Капучино, вот. Хватит! Да, хорошо, отлично! И тебе тоже удачи и успехов в личной жизни. Все, пока. Ты моя золотая. Ну, здравствуй. О, ты моя красивая. А у меня знаешь, чего тебе есть? Смотри, чего у меня есть. Бутерброд. На, скорее, кушай. Держи. Истомина, ты с ума сошла? Зачет уже всю идет. Давай быстрее. Ой, подожди, я тут с тобой заговорила совсем. Я сейчас на зачет опоздаю. На, тебе хлеб, в общем, ешь. Я побежала. Давай, пока. Это Олег Горыч, я... Она собачку во дворе кормила. И это, кстати, не мешает ей быть самой толковой студенткой на курсе. Истомина, садись. Билет не забудь. Ну и зачетку. Тринадцатый. Листочек? Да. Удачи. Спасибо. Виталий Горыч. Да? Я, наверное, готова отвечать. Да погоди, отдышись хоть. Начнем с двоечников. Как там на галерке? Готов кто-нибудь? Можно в следующий раз сдать? Ну, а можно сегодня попробовать? Да вы понимаете, тут такое дело просто. Понятно, понятно. Угу. Истомина, придется, видимо, все-таки начать с вас. Прошу. Интересно, у этой завучки парень есть? А ты что, претендуешь, что ли? Спятил? Я лучше всю литру выучу. Я с такими дел не имею. Напрасно. У меня один раз была вот такая же вот. Очень даже ничего, у нас с ней все получилось. Ну, со Стоминой ничего не выйдет. Она вообще никому не дает. Это она тень дает. А он мне даст. Ну что, Истомина? Молодец. До выпускного управишься? Да не вопрос. Я тебе уже все сказал. И не звони мне больше. У меня куча дел. Все, пока. Thank you.
Что? Может быть, еще? Кофе. Хорошо. Давайте еще кофе. Варвара Михайловна, мила, ну давайте я завтра вам помою их. Нет, я сегодня хочу. Ну вы бы сразу сказали, это ж не один, не два часа работать, полдня надо. Если бы начала, то уже сейчас бы закончила. У меня даже тряпки нужной нет, я ж не буду этой мыть. Ну так я тебе старую простынку дам. Я хочу, чтобы улица была видна. А то совсем грязью заросла. Варвара Михайловна, ну, не капризничайте. Ну, пойдемте на кухню, я вам покушать дам. А то мне еще на один адрес надо женщине убраться, очень просила. А завтра пораньше забегу, все-все вам переделаю. Сегодня. Или я изменю завещание, и никакой квартиры после моей смерти ты не получишь. И не надейся. Ну вот. А теперь я пойду и поем. Молодой человек, вам помочь? Спасибо, я сам справлюсь. Привет. Что? Привет. Привет. Ты, я вижу, занята очень. А я вот зашел свою любимую книжку почитать. Бродского. Любишь Бродского? Спасибо. Ну так любишь Бродского? Да, люблю. А ты? Да. Мой любимый писатель. Ну, вообще-то поэт. Да, конечно, поэт. Самый лучший. Такой глубокий и в то же время такой простой. Правда? Ты хорошо сказал. Я тоже так думаю. Да, конечно, вам какие? Да все равно. И кофе еще можно? Хорошо. Спасибо. Никуда она от вас не денется. Кто? Ну, девушка ваша, с которой вы расстались. Никуда она от вас не денется. Вернется и еще прощения будет просить. Да вы о чем вообще? Ну, я, например, не понимаю, как можно бросить такого мужчину. Если умная, поймет. А если дура, то нафига она вам вообще нужна? А ты забавная. Правда? А я так не думаю. Да ладно, ну что ты сразу, ну прости, ну... Я просто только-только приехал в Москву, никого здесь вообще не знаю. А тут еще
вся эта история. Девушка у вас очень эмоциональная. У меня больше нет девушки. Я совершенно свободен. Ну вот, мы пришли. Жалко. Я бы хотел, чтобы ты жила далеко-далеко. Чтобы я мог с тобой болтать целую вечность. Но целую вечность, наверное, не получится. У меня еще куча дел дома. Пока сестер нет, надо полы помыть и... Так ты что, сейчас совсем одна будешь? Да. Тамара весь день на работе до вечера. А Вика вообще, может, сегодня не придет. Так что все хозяйство на мне. Здорово. Пойдем к тебе. Но... Ну, пойдем, не бойся. Подожди, пожалуйста. О, телефон. Сейчас. Да, я уже дома. Почти. Я у подъезда стою, Томочка. Помню. Помню. Анна. Анна Илларионовна. Ага. Том. А можно я... Подожди. Мне надо идти. Ну, давай зайдем, хоть ненадолго. Извини, я не могу. Я Тамаре обещала. Не могу. Извини. Господи. Идиотка. Здравствуйте, деточка. Здравствуйте, Анна Илларионовна. Я... Меня Тамара просила ее подменить. Я ее сестра. Соня? Да. Я тебя сразу узнала. Мне Томочка много про вас рассказывала, про тебя, про Вику. Ты проходи. Сейчас чаю попьем. Ой, да не надо чаю. Вы мне лучше фронт работы покажите. Я начну, а Тома она попозже подъедет. Ну, хорошо. Можешь начать с кухни или библиотеки, как хочешь. А что, можно из библиотеки, да? Ну, а тебе домой-то, что ли, не пора уж случайно? Нет, пока все не домою, с места не сдвинусь. Хотел в какое-то другое место идти. А я с Сонькой договорилась, так что вы не волнуйтесь. Я все окна сегодня закончу. Нет, ты давай завтра закончишь, да? А сегодня иди. Ну уж нет, Варвара Михайловна. Вы меня не проведете. Да, очень надо. А то я вас не знаю. Сами отпустите, а потом в агентство нажалуетесь, что я ваши пожелания не выполняю. Договор расторгните, завещание перепишите. Нет уж. Лучше я сегодня домою, а вы не волнуйтесь, сидите, полежите. А может, я хочу, чтобы ты ушла? А я уйду. Вот здесь окно домою, на кухне еще. И больше вы ноги мои здесь не увидите. По крайней мере, до завтра.
Свет! Тут мужик сидел, куда делся? Ушел, расплатился и сбежал, только его и видели. А сигареты? Я же за ними специально на склад бегала. Быстрее бегать-то надо было. Упустила свое счастье, Викулечка. Уплыла прямо-таки из-под носа. Ой. Ну ты скоро? А вы что, ждете кого, Варвара Михайловна? Да, я жду любовника. Красивого? Слушай, давай скорее отсюда, давай. Давайте начнем с кухни. Это что еще такое? Ну, на 3 часа, как договаривались, квартиру смотреть. А ты давай иди домой, домой, завтра придешь. А зачем это вам квартиру смотреть? Ну, а зачем квартиры смотреть? Чтобы купить или продать? А вы, собственно, кто? Вы что, здесь прописаны? Варвара Михайловна, здесь какое-то недоразумение. Вы же мне завещали квартиру. Что за бред? Квартира чистая и готова к продаже. Или вы что, передумали продавать? А не продается квартира! Ясно вам? Это моя квартира, идите отсюда! Это моя квартира! Вы не имеете права! Вы контракт подписали, завещание оформили! Уходи отсюда, идиотка! Ничего я тебе не оставлю, я лучше удавлюсь! Да как же вы? Я 1,5 года на вас горбатилась, задарма! А вы квартиру продать решили! Карга старая! Старая, старая! Да ты сама старая! Да я позже тебя помру! Я уже давно решила квартиру продать и переехать к сестре на Урал! Ну как же вы? Вот так вот я имела право! Имела право передумать! И передумала! Девушка, примите заказ. Вы что, не видите? Я занята. Подождете. Я и так 10 минут жду. Ай! Ты что, совсем с ума сошла? Быстро в зал. Прими заказ. Нельзя заставлять гостя ждать. Подождет. Не переломится. Что ты сказала? Мигом в зал. Прими заказ, а потом ко мне. Совсем обнаглел. Это кто еще обнаглел? Можно подумать, здесь царский дворец, а не третьесортная забегаловка. И ты как? Здесь не царь и бог, ты понял? Тебе что, совсем работа надоела? Так я тебе... Ну что ты меня, уволишь? Да пошел ты знаешь куда. Я сама увольняюсь. Сегодня. Сейчас. Ну и вали. Угу. Девушка, девушка, подождите! Я хотел вас на свидание пригласить после работы. Можно? Можно. Тем более, что работы у меня уже нет. Круто. Ага. Спасибо. Меня Вадимов зовут. А я Вика. Очень приятно с вами познакомиться. Ой, Томочка, а мы с Сонечкой уже беспокоиться начали. Вас нет и нет. Вы не беспокойтесь, я сейчас все сделаю, все уберу. Да я за это не беспокоюсь. Вы раздевайтесь, раздевайтесь. Как Соня? Справляется? Она с кухни начала? Нет, с библиотеки. Что? Библиотека? Так я и знала.
что, ты издеваешься надо мной? Ой, Тома, я... Вы сговорились обе, да? Ой, Томочка, прости, я... Я вас что, за уши должна из этого дерьма тащить? Томочка, Соня, у вас все в порядке? Вы мне всю жизнь сломали! Ни о чем нельзя попросить! Всего-то и надо было, чтобы полы помыть, а ты... Том, ну все хорошо будет. Ну мы переедем от тебя, у тебя квартира своя будет. Мы ремонт тебе там сделаем. Да Тома... не будет никакого переезда, ремонта не будет! Это бабка Бородина, она меня обманула. Бардак тут устроила. Я не бардак. Я ужин готовлю, Том. Ой, грязищу развела. Кипит же, не видишь, что ли? Так, заляпала. Готовит она. Убирай потом после тебя полночи это все. Том, да я же сюрприз хотела сделать. Сделала! Спасибо. Ладно. Не реви. Что тут у тебя, а? Вкусно. Видишь? Что? Правда? Правда. Ну что? Даже не позвонила. Кто? Сестрица твоя, непутевая. А, да звонил, конечно. У меня просто батарейка разрядилась, и деньги закончились на телефоне. Mm-hmm. Не умеешь врать, лучше не берись. Чего тебе? Расскажи мне про своего брата. Да какого еще брата? Ну, про твоего. Зачем тебе? Чего про него рассказывать? Отец наш, мой отец, когда с мамой развелся, он к нам потом приходил, продукты приносил. Гостинцы всякие. А один раз с новым сыном пришел. От новой жены. И тоже гостинцы принесли, подарки. Даже вам с Викой. Хотя вы ему совсем не дочки, а так. А он тогда маленький был? Брат твой? Я ведь его совсем не помню. Как ты не помнишь? Он тебе еще бегемотика подарил, коричневого. А он потом к отцу подошел и говорит, я хочу на ней жениться. Так и сказал? Да, так и сказал. Смешной такой был. Вам тогда обоим, наверное, лет по 5 было. А не, ему, наверное, на год побольше. А потом... Ну, я сейчас устрою! Ты что это надумала, а? Тебя не касается. Ха. Неужто съехать решила? И куда это, позвольте спросить? Вик, ты чего делаешь? Ну ты не видишь, собираюсь. Помоги лучше. Ты никуда не пойдешь. Пока еще я за тебя в ответе. Паспорт еще. А зачем тебе паспорт? В отпуск еду. На Мальдивы.
Куда, куда? А интересно, с кем это? С мужчиной. Ага, все ясно. По рукам пошла. Уйдешь сейчас, можешь не возвращаться. Иди ты. Вот увидишь, она вернется. Нужна она мне больно. С Викой все будет хорошо. Ты за нее не волнуйся. Вика, она же не пропадет. Она не пропадет. Она пристроится везде, в отличие от некоторых. А я тоже. Я тоже не пропаду, Том. Я работать пойду. Ну что ты смеешься, правда? Мне же место в архиве предложили. Господи. Там же, наверное, ни одного мужика нет. А зачем мне мужики? Мне работа нужна. Ну вот, здесь будет твое рабочее место. Угу. Спасибо. Опять курила? Запрещено ведь. Это архив, здесь документы хранятся. Свидетельство истории. Ладно, работайте тут. Света! Соня. Ненавижу все. Пыль это, бумажки дурацкие. А зачем тогда работаешь? Прописка нужна. Ну, хотя бы временная. И общежитие. А тебя каким ветром? Работать. Новая жизнь, значит. Ну, вроде того. Парень есть? Ну, есть. Как-то не уверена. Почему не уверена? Он меня домой провожает. СМСки иногда пишет. Мы даже целовались с ним. Один раз. И все? И все. А сколько нам лет? 22. Да. Тяжелый случай. Ну ничего, будем работать. Томочка, может чаю? Нет, спасибо. Мне еще чуть-чуть осталось. Мне бы поговорить с вами надо. Томочка, с ума сошла? Сколько можно тебя ждать? Я бежала. Да, в автобус я не успела. Не успела? Нет. Счастье свое проворонишь, будешь знать. А что случилось-то? Здрасте. Женщина, вы куда? А мы стояли. У нас очередь. Мы стояли. Девушка, мы вам звонили час назад. Нам квартиру переписать. Истомина Софья Павловна? Это я, Павловна. А вот она Викторовна. Здрасте. А вы Анна Илларионовна? Да, Донская. Хочу квартиру на внучку переписать. Что? Зачем? Дом я хочу. Ты молчи! Молчи, она хотела на меня переписать. Я ее еле отговорила. Пусть лучше на тебя перепишет. Так, ты паспорт взяла? Взяла. Марш в кабинет. Марш, сказала!
Надюш! Даже не верится, что 2 недели уже прошло. Ну, а что делать? Слушай, надо было, наверное, Томку предупредить. Ну, ничего. В тесноте, да не в обиде, правда? Ну, я поехал. Как, ты разве не у нас остаешься? Ты же сама сказала, что у вас там тесновато, ну и потом неудобно как-то. Я, наверное, лучше в гостиницу. А я с тобой. Мы ведь теперь вместе, куда ты, туда и я, правда? Мне просто еще нужно домой ненадолго вернуться, на север. У меня там небольшие проблемы на заводе. А я? Ну, а ты что будешь там делать? Дома сидеть? Да. Буду дома сидеть и буду тебе щи варить. Паша, говорю, у меня действительно серьезные проблемы, там бизнес может рухнуть. Ну. Ну, ты из-за нее? Из-за бабы? Она тебя там ждет, ты к ней едешь, да? Дура ты. Нет у меня никакой бабы. Вадим! Приезжай скорее, ладно? Ладно, мне ехать надо. Пока. Сонечка, это тебе. Держи. Нет. Да. Ой, Вик, спасибо. А что это? Шкатулка черепаха. Ой, охота же было такую дрянь за 100 километров тащить. Да ладно тебе, Томка. Я же знаю, что Сонька у нас любительница всякой всячины. Ух ты. Томка. Не знаю, понравится, нет? Оп! Ой, какая красивая. Ой, Томочка. Я поверю. Давай. Сонечка. Хорошая. Вик! А чего ты про себя-то ничего не рассказываешь? Как жениха-то твоего зовут? Мужика? Вадим. Он такой хороший, добрый, щедрый. Смотрите, как он мне цепочку подарил. Ничего себе. Красивая, да? Очень. Смотри. Вот и Том. Золотая? С камушком. Класс. Томка, тебе очень идет. Очень, Том. Какая красивая, да? Да. Яконька. Вик, скажи, а вот он какой? Вот такой, как ты мечтала, да? Лучше. Ну, мы с ним, не знаю, мы с ним как одно целое. Это настоящая любовь. Любовь. А чего ты сюда-то его не привезла, любовь свою? Ну, я пробовала, но у него там какие-то проблемы на заводе. Я не знаю. Ну, хорошо, если так. То сейчас, знаешь, как мужики снимают девушек вот только на одну поездку. Даже не за деньги, просто за проживание. Поматросит, поматросит. Вспоминай, как звали. Так что смотри, не потеряй своего принца-то. Вик, ну ты чё? Да пошли вы. Обе. Вик, ты куда? Том, ты чё такое сказала? Слышь, Вик. Тихонь-то наша, кавалера себе завела. Он ее зайчиком называет. Том, ты что, в мой телефон лазила, да? Том, и сообщение читала? Дай что против. Встречайся со своим Максом. Главное, чтобы без глупостей. А то вон одна уже наделала глупости, валяется. Отстаньте от меня. Я не подумаю. Мне еще сегодня на 3 квартиры надо вот забежать, убраться, в поликлинику потом надо. А ты к Михалычу зайдешь? Ненадолго, 3 часа всего. Я не могу, мне плохо. А мне тоже плохо. Мне правда плохо. Вот, конечно, нам лишь бы не работать. То нас любовь, то нас бросили. Ну замолчи! Ну можешь ты замолчать или нет?
Сама замолчи! Том! Вик! Том, пойдем, мне пора уже. Пошли! Цвет, ну хватит. Ничего не хватит. Давай быстрей. Тебя-то с работы отпустили, а меня Грымза с потрохами сожрет. Подставь. Девочка моя, ты мне сейчас будешь самая лучшая, самая красивая. Максик твой с ума сойдет, когда тебя увидит. Все, я побежала. Подожди. Последний штрих. Надеюсь, хотя бы один из вас знает, как этим пользоваться. Господи, Свет, перестань. Да ну ты что? Да ты, ты перестань. Ты... Свет, ну перестань. Да, да ты... Да что вы здесь устроили? Ты, кажется, на работе должна быть. До свидания. Вика! Вика! Чего тебе? Иди сюда! Том, давай потом, а? Сюда иди, сказала! Ты что там, на югах последний стыд потеряла? Я понимаю, тебе у чужих людей полы помыть трудно. Но дома за собой посуду вымыть, чашку сполоснуть, еду приготовить для семьи. Что, тяжело, да? А чё это у тебя вид такой бледный? Болит что? Ничего у меня не болит. Чё тебе надо, посуду помыть? Хотя бы! Давно это у тебя? Что это? Тошнит. Давно? Ну, иди сюда. Максим, не надо, пожалуйста. Максим, перестань, слышишь? Макс, пожалуйста, перестань. Ну, ну перестань. Ну, перестань, слышишь? Максим. Ну, Макс, пожалуйста, перестань. Ну, перестань! Перестань! Да ты с ума, что ли, сошла? Я не хочу. Я не могу. Да, да пошла ты! Максим, подожди. Да ты мне даром не нужна. Ну, ты же сказал, когда я буду готова. Ты никогда не будешь готова, потому что ты дура. Правильно Серега сказал, что с тобой не надо связываться. Но ты же сказал... Да в уши я тебе дул, чтобы трахнуть тебя. Я поспорил, что пересплю с тобой до выпускного. Придется проставляться. Да, Томочка. Мороженого? Да, мороженого. Угу. Поняла, иду. Ты сказала ему? Вадиму своему сказала? Отстань от меня, пожалуйста, Том. Да
можешь нормально ответить, сказала или нет? Нет. Так, дай мне его телефон, я сама ему позвоню. Зачем? Он все равно трубку не берет. А я с другого номера наберу. Тоже не вчера родилась. Ты набирала уже. Он сбрасывает. Так какого черта ты с ним спала тогда? Я тебя спрашиваю, зачем? Куда? Воды хочу. Сиди! Я принесу. На, пей. Спасибо. Мы когда познакомились, ему все время кто-то звонил, а он не отвечал. Ясно кто. Баба. Я... Ну... Наговорила ему... Ну, это ответчик, ну... Про ребенка. Просто бросил. Вик, может, хватит? Пусть ест. От мороженого токсикоз уходит. Ты, главное, не волнуйся, ладно? Угу. Ведь ребеночек – это хорошо. Это очень здорово. Да? Вот. Хотела диван новый купить. Да ладно. Вот видишь, все уладится. Томочка, она замечательная. А я с ребеночком могу посидеть, когда нужно. Это не на ребеночек, Сонь. Но ведь это... Ведь это нельзя. Том, ведь это грех. Вик, Вик, ты не должна, слышишь? Вик, слышишь меня? Помнишь, ты же мечтала богатыря родить. Вик, ну, пожалуйста, слышишь, ну не делай этого. Замолчи! Ребеночка ей. Сама еще ребеночек. Она этого ребеночка родит, а через полгода еще кого полюбит и укатит. А мне этого ребеночка в нагрузку оставит. Хватит мне вас двоих. Все. Значит так, или делаешь аборт, или проваливаешь к своему Вадиму. А мне еще одного спиногрыза. Успокойся. Не будет никакого ребеночка. Привет. А ты куда это? Ой, привет. А я забегала отпроситься, мне с сестрой в больницу надо. А, понятно. Ну, как вчера-то все прошло? Да никак. А поподробнее? Целовались или что? Сонь, ты чего? Да я думала, я ему нравлюсь. А он поспорил на меня. Он сказал, что я... Что такие, как я... Все, хватит. Во-первых, поменьше слушай таких козлов. Ты еще очень даже ничего, и многим парням можешь голову скружить, ну, если захочешь. А во-вторых, забудь про вчерашнее. Я тебе сама кого-нибудь найду. Не надо, Свет. Надо, Соня, надо. Это ты сейчас так говоришь, а потом меня благодарить будешь. Свет. Сонь,
Ты, кажется, к сестре в больницу собирался. Да. Алло, Игнат? Ты куда это собралась? На свиданку. Куда же еще? Похами мне еще, похами! Вырастила хамку на свою голову! Куда идешь, спрашиваю? Аборт иду делать. Че, так быстро? А че ждать? Сама сказала. Так, я с тобой пойду сейчас. Не надо. Я уже с Сонькой договорилась. Спасибо. Как твой выпускной? Нормально. Истомина. Я. Идемте. Вик, передумай, пожалуйста. Нет, Соня, я все решила. Вик. Ну, он же живой. Он твой, понимаешь? Твой сыночек или дочка. Пожалуйста. Ну, отвали от меня, Соня. Девушка, вам плохо? Девушка, вам нужно что-нибудь? Вы уверены, что вам нужна помощь? Не нужна! Чаю сделаю. А что, обалдели? Почему дверь нараспашку? Заходи, бери, что хочешь. Да мы только пришли, Том. Угу. Я вижу, бардак кругом устроили. Ты как? Плохо. Ладно. Пойду картошки пожарю. Сонь. А? Том. Ты только не ругайся, ладно? Вот. Не пригодились. А ты что такое? Да что? Не смей орать на меня! Я, между прочим, в этой квартире так же, как ты, прописана, поняла? Ты только не волнуйся, ладно? Теперь нельзя волноваться. На! Вот. Ешь! Как чувствовала, купила. Иду, иду. Чего трезвонить? Иду я. Так. Явился, не запылился. Вадим? А ну пошла отсюда, быстро! Уведи от греха подальше. Стой, я не пойду. Вик, скажи, это правда, что ты беременна? Была! Теперь уже нет. Раньше надо было, а то ишь тут. Как это было? Как это было? Как это было? Вот так.
Ты что, с ума сошла? Как у тебя вообще мозгов-то хватило? Это же и мой ребенок тоже. А ты же вроде меня бросил, нет? Или мне показалось, что на твоем телефоне кто-то мои звонки сбрасывает? Вик, ну, у меня были неотложные дела. Вот иди теперь и дальше свои неотложные дела делай. Папаша. Пошли. Запилила мужика до смерти прямо. Напугала он. Лица на нем нет. Что-то я не понимаю ничего. Кто папаша? Недогадливый какой. Ты ж какая наследственность у ребенка будет, а? Ужас прям. Вадим. Вик. Ну почему ты не отвечал? Ну почему ты не звонил, Вадим? Вик. Вадим. Вик. Тихо. Тихо. Да. Сонечка, передай, пожалуйста, салат мне. Вон, вот этот. Угу. Не, на этой неделе не смогу точно. Да, тебе колбаски положу. Ты все мне ешь ничего, ну что ты одни грибы. Да я вот персик ем. Спасибо, Сонечка. А что это жених у нас такой деловой? Телефон и трубку крепче молодой жены к себе прижимает. Ну, Тома. Еще одну минуточку, мне дела. Пока он там разговаривает, нам тут за столом всем горько. Горько! 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 Это что? Горько! Горько! Алло, да, алло. Это что, все? Да, да. Интересно. Пусть поговорит. Том, ну ты чего, а? Ну у нас ведь праздник, Томочка. Вот именно. Он все по телефону балаболит. Была бы его воля, он бы и в ЗАГСе телефон из рук не выпускал. Перестань, Том. У него работа, там на заводе действительно проблемы какие-то. Не знаю, я не вникала. А ты вникай. Пора уже вникать. Ты мужняя жена. Да может, у него и не проблемы вовсе, а что-нибудь это такое. Томочка. Там. Девочки, а давайте торт подавать уже, а то у нас гости сейчас идут, а мы и чай не попили даже. А ты с чего это вдруг стала такая сознательная? Я... Давайте. Неси. Вика! Иду, Вадим! Сейчас! Ну все, девчонки, я поехала. Ну... Так, Сонька, ну-ка не грусти выше нос. Ну что вы нюни развесили? У нее счастье, она сопли жует. Я не жую. А ты, Соня, вообще молчи. Радоваться должна, что сестру пристроили. Тебя-то так просто не сбагришь. Ну, Томка, ну что ты такое говоришь? Что ты такого сказала? Ты вообще держись за мужика, ладно? Я с тебя эту ответственность снимаю. Все, вот если что, сама справляйся. Хорошо. Вика, мы опоздаем. Иду, иду. Ну все, я поехала. Сказку нашу помните? Мое желание исполнилось, теперь дело за вами. Я вас очень сильно люблю. Вот так. Он хороший. Давай вот это. Ты поздно сегодня? Ой. Не знаю, как пойдет. А, я хотела коляску детскую посмотреть. Да и кроватку уже, наверное, надо покупать. Рано еще, плохая примета.
Ой, да кто сейчас в эти приметы верит? Я вон в одном американском сериале видела, что для будущих мам даже специальные вечеринки устраивают. А мы с тобой даже не ходим никуда. Ни в гости, ни в кино. Нечего тебе в гостях делать. Вадим. Что? Я не могу так. Как так? Ну, я одна все время, у тебя нет никогда. Только готовка да сериалы эти дурацкие. Ты со мной даже не говоришь. Так все, хватит. Ты же знаешь, что мне некогда. Ай. Я перезвоню. Ладно, все, мне нужно лежать. Потом поговорим. Все, Вадим. Потом с вами поговорим, ладно? Проходите. Спасибо. Ну, здесь как-то не очень уютно, но зато тихо. Да уж. Прошу. Скажите, а Вадим, он скоро будет? О, он поехал по закупкам, потом у него объект, а потом... Жалко. Я хотела поговорить с ним. Ну, да ладно, потом. Ладно. Артур, скажите, у моего мужа есть любовница? Что? Просто скажите, да или нет? Вы его заместитель, вы все должны про него знать. Что бы вы ни сказали, обещаю, я вас не выдам. Просто скажите мне правду. Спасибо вам. Извините, что я... Ну, я вас провожу? Да. Пойдемте. Здравствуйте. А что? Соня. Что с ней? Где она? Куда ее увезли? Она умерла. А еще вот те синенькие, такую меленькую рисочку, обои, да? Помнишь, ты мне показывал? Да. 5 рулонов мне надо. 5? Да. Ой, нет. 6. 6? 6 давай, да. Кузьмич, пригляди, пожалуйста, за товаром. 5 секунд. Ага. Чего уставился? Можешь помочь.
До машины донести. Какой машины? На метро я. Чего, хозяйка, ремонт затеял, да? Да затеяла, затеяла. Наконец-то руки дошли. Слышь, ты с этими ремонтниками здесь осторожней. Тут на рынке столько шпаны. Аванс возьмут и потом ищи ветра в поле. Товар-то много набрала. Квартира, наверное, большая, да? Семья большая. Да не очень. Сестер пристроила, слава богу. Теперь одна буду. В трехкомнатных хоромах, вот так. Ух ты! Знаешь, ну ты если что, насчет бригад надумаешь, я завсегда, пожалуйста. Да не надо мне никого. Сам же сказал, везде одни мошенники. Ну не все, есть же исключения-то. Гонишь. А? Это что, все теперь твое, да? Ну да. Нет, права твоя сестра, ты просто дура набитая. И вообще, ты не от мира сего. Спасибо. А что? Ты даже не представляешь. Ой, несчастье мне привалило. Ну почему же представляю? Правда, вот что теперь мне делать с этим счастьем, я ума не приложу. Как что? Праздновать новоселье. Ты не волнуйся, я сама все организую. Ну чего ты так испугался? Это просто тонус, такое бывает. Все будет хорошо, правда. Там все в порядке? Угу. Шевелится? Пинается, будь здоров. Вот-вот опять. Давай руку. Чувствуешь? Ну, что, мамочка, набегалась, наскакалась? Скажите, пожалуйста, все в порядке, что с ребенком? Да нет, нет, у вас все хорошо, только надо быть поосторожнее. Небось, по магазинам гуляла? На свиданку бегала, к мужу. Ну, все больше никаких гулянок, свиданок. Вот, до самых родов, пожалуй. Понятно? Угу. Лежи, куда ты? Вик, ну ты чего? Я не хочу лежать, я домой хочу, Вадим. Ну, в принципе, конечно, ничего тяжелого и сложного нет. Вот. Но я думаю, все-таки пару дней надо понаблюдать. Давайте понаблюдаем. Давайте не будем наблюдаться. Ну, выходные скоро, я так хочу, сможем побыть. Вик, ну, знаете что, давайте на всякий случай хотя бы до понедельника. Ну, хорошо, я согласен. Спасибо. Вик, ну... Вадим. Вик. Не придумаем. Ой. Ну, что у нас тут осталось? Борь, мартини кончился. Мартини? Водки выпил. Какой водки? Не хочу я водки. Хочу мартини. Ой! Ой, простите, пожалуйста. Ничего, ничего. Ой, я смотрю, вы уже познакомились. Ну и отлично. Это Игнат. Это Соня. Та самая? Та самая.
Что значит та самая? А разве это имеет какое-то значение? Ну, для меня имеет. Ошибаешься. Единственное, что имеет значение, это настоящее. Ни прошлого, ни будущего не существует. Только здесь и сейчас. Поняла? Ну, в общих чертах. А почему вы решили? А давай на ты. А почему ты думаешь? А это не я. Это он. А я думаю, Светка переборщила с выпивкой и гостями. Я есть хочу. Может, накормишь? А? Накормишь? А, накормлю, конечно. Чего ж ты молчал? Пойдем со мной на кухню. У меня в холодильнике суп есть. Пойдем, пойдем. Нет, так дело не пойдет. Женщины, вы не меня ищете? Да более ты мне нужен. Я-то, может, и не нужен, а вот мойку и возьмите. Гранатовая крошка на века. Со скидкой, да и последний остался. Так уж и на века. Ой. Тяжелая какая. Берите, берите. Цена отличная. Жалеть потом будете. А за сколько? За 2500 отдашь? Ты тут мужичка такого плешивенького не видал? Это я, что ли, плешивенький-то? Ты настоящих плешивеньких не видела? Ой, явился, не запылился. Только вспомнила. Ну что, надумала? Ну, давай своих работников. Так вот он я. Один, что ли? А куда тебе много народу-то? Я же бригадир, кого надо найму. Ты только свистни. А цена? Договоримся. Хозяйка, мойку свою забирай. А то мне закрываться надо. Это? Ну, хозяйка, куда нести? На кухню. Ага. Да-да, идите, идите, а я тут Соньке помогу. А, помоги, конечно, только смотри, веди мне себя хорошо. Она у нас... Да. Ты давно Светку знаешь? Ты лет 100, наверное. А может, 200. А ты? Да нет, недавно. Она хорошая. Правда, странная немножко, да? Да, она обыкновенная. Это ты странная. Чё это я странная? Нет, ты мне уж ответь. Почему это я странная? Ну, не знаю, в твоем возрасте и не с одним. Хотя мы можем это исправить. Прямо сейчас. Хочешь? Нет. Почему? Я тебе не нравлюсь. Теперь нет.
Можно я у тебя хотя бы до утра перекантуюсь? Степан Петрович, ну, пожалуйста, ну, на пару часиков хотя бы. Ну, куда? Опять по улицам бегать? Нет, нет, я на такси. Вы понимаете, Степан Петрович, просто мой муж очень занятой человек. Мы последние несколько месяцев даже не виделись совсем. Не помечтать толком, не поговорить. А малыш родиться вообще не до этого. Слушайте, будет. Вам до родов минимум 2 недели, так что еще успеете. Степан Петрович, миленький, ну, я же быстро. Одна нога тут, другая там. Я же даже ужин не приготовила. Ну, как он там? Слушайте, мне бы такую жену, как вы, чтобы из больницы рвалась мужу ужин готовить. Значит, отпустите? Ну ладно, до завтра. Только завтра утром как штык. Есть! Спасибо! Пожалуйста, пожалуйста. Держите. Спасибо. Угу. Честно, помогу. Вас? Спасибо. Аккуратней. Ну что, малыш, папка наш дома. Голодный, наверное, как волк. Пойдем накормим его, да? Вот так, сейчас мы с тобой папке нашему сюрприз сделаем. Оп. Я. Витальевич, ну я же сказал, что отдам. Так вот крест тебе. Все отдам. Когда? Слушай, ну, хотя бы пару дней, да еще, а? Не надо счетчик включать. Я отдам, отдам. Ага. Да, все. Ага, отбой. Ну что, все? Ну, в общем, да. Когда начинать? Да хоть завтра. А может, не сегодня прям. Да куда сегодня? Ночь на дворе. Вот я говорю. Мне сейчас 2 часа до дома ехать, потом в 5 надо вставать, чтобы на первую электричку успеть. Слышь, вот там раскладушка в углу. Ага. Только сам себе постелишь. Я тут прислуги не нанималась. На. Потом придешь на кухню, чаю тебе дам. Давай. Тамар, ты человек. Ну, что я еще выдумал тут? Ишь. Ау. Есть кто дома? Вадим. Вадим. Подожди, Вика!